Короче. А, кстати, мы в городе в каком? В первом или во втором? Тут где-то в Салуне какой-то новый квест. Это второй, да, город? Нет. Нет, да, это второй город. А в первом... В первом мне Данила говорил, что тут какой-то в Салуне квест новый был. Ну, не тут, короче. Дайте-ка я стакнусь, посмотрю, что там за квест. Ну, там маленький какой-то новый. Где-то тут в салоне какой-то новый квестец есть. Вот этого зеленого поня. Или вот этого зеленого поня. У какого... Да что ж мне хочется все теперь F нажимать после Геншина. За такой спойлер, кажется, молчанки малые обзабанила. А я все равно ничего, я особо не поняла, кто там умрет, когда умрет. Ладно уже, фиг с ним. У тебя есть смешные картинки для моего теста? Я его уже неделю сделать пытаюсь, и никак не могу достаточно количество картинок. В смысле? В Гугле очень много картинок. Больше, чем в Гугле, у меня нету. Депрессия. Для меня сырье как балл для Луны. Так подождите, а можно чисто, если вот то, что написали, правда, а как мы на нее каждую неделю ходить, извините, будем? Что? Как это? Ну хотя на Чайлду мы тоже каждую неделю ходим, но он при этом не каждую неделю в этом состоянии находится. Только скачала зипку. Ну, разархивируйся. Я еще, подождите, я еще квест посмотрю сейчас. Я открою свой переводчик. Не умеем пользоваться, ибо не могу найти по-истинному смешные. Ну, учись, учись. Умение Гуглом пользоваться пригодится в жизни. Мне интересно, Legends of Equestria не закроют? Вот я не знаю, закроют или не закроют, поэтому я хочу поиграть, пока она не закрыта. Я, кстати, вспомнила, мне еще Гимсиш советуют всю эту про Star Stable. Вот, так что, в принципе, кандидаты на субботу есть, даже про лошадей в том числе. Но проблема в том, что я все-таки хочу поиграть в Лои, пока она работает, потому что она не будет работать бесконечно. А хочется, ну, как бы поюзать, что, люди зря старались, что ли? Давайте это обсудим после того, как ты пройдешь сюжет, а то еще можно больше нахапать спойлеров. А скажите мне тогда такое, я смогу пройти сюжет на следующем стриме за 2 часа, или мне надо как-то по-другому распланировать? Ну, в смысле, за один заход там реально еще допройти, или там еще как на 2 стрима? Через Google не получается скачать, потому что Safari? Я, кстати, если ты про клиент Legends of Equestria, то я себе делала регистрацию на Меге и качаю напрямую оттуда. От GameLoft я играю на компьютере через эмулятор Android Nox, потому что у меня телефон не тянет. Мах Лорд. На этот раз я действительно сделал это. Я закончил, тебе говорю. Мах Лорд. Какая-то проблема у вас, товарищи? У вас какой-то квестец, я смотрю. Если задержать и быстро читать, то реально вообще меня заняло часов 5 вся сюжетка. А, ну окей, тогда просто будем в следующий раз тогда до упора, ну не до 4, а пока не пройду. В принципе, если там на часик посидеть подольше. В загрузках появилась Лои как в туторе, качаю всегда через Мега. А там они лончер, кстати, обновили. В общем, тогда в четверг, наверное, будет... Во-первых, в понедельник я закончу Симсы, ферму. Я там прям, наверное, статью открою, и мы по статью почитаем и посмотрим, что мы там не доделали.
В общем, будет последний стрим по ферме в понедельник. Со следующей недели по понедельникам будет стройка на некоторое время в Симсе. Вот. А в четверг тогда подольше в Геншине сюжетку, чтобы добить. А то ж мне тоже интересно, что там. Это же все знают, кроме меня. Я честно зарабатывала на жизнь, как и любой другой, но, может быть, немного не по цвету. В смысле? Алле. Короче, он честно зарабатывал на жизнь. Ну, может, короче, не очень честно, но разве покупатель не остерегается закона в этих краях? Не вина продавца, если их клиенты не проверяют мастерство, качество изготовления, короче. Я продал нескольким людям абажуры, образцы хорошего крепкого качества, грубо вырезанные из шелковой паутины. Шелковой. Хорошо, если шелковая паутина не превратится в дым, даже получив малейший оттенок тепла, так скажем, тот, который получается от лампы. А, то есть он делал абажуры из паутины, и пони жалуются, что эти абажуры загораются. Вау. Действительно. Почему вы сделали такие... Почему вы выбрали такой легко воспламеняющий материал для абажуров? Абажуринг просто. Потому что это было дешево. Пятиминутная поездка в заброшенные здания, и я кишу проклятыми тварями. За один день смастерил дюжину красивых абажуров, крошечные хорошенькие, вещички тоже тонкие и трепещущие. Жаль, что они становятся прозрачными почти сразу перед вспыхиванием пламени. Ты собираешься возвращать деньги покупателям? Бизнес на паутине, представляете? Вот это прям это самое. Жаль, игра на английском. А что делать? Учить английский надо. Через переводчиком, как я. Привет, привет, Пупер. Привет. Мы тут квест типа проходим. Короче, чувак делал абажуры из паутины, и пони не нравилось, что они загорались. Это не жульничество... Короче, это не жульничество, если ты не жульничаешь. Я хорошо и правильно обманул эти деньги, чтобы они не могли сделать, чтобы взять их за подбородок. Что? Но нет, один из них закончил и начал... И нанял сэра Шутера, чертова охотника за головами всех мастей, чтобы вернуть свои кусочки. Короче, один из чуваков все-таки решил вернуть деньги, нанял головореза, чтобы его это деньги выбить. Шестой стрелок чертовски безжалостен. Я слышал рассказы о том, что он выслеживал нечестных парней по всей Эквестрии, делая улов, когда они меньше всего этого ожидают. Я закончил. Я конченый человек, говорю тебе, лучше я бы никогда даже не начинал эту дурацкую схему. Короче, его собираются прижать к стенке. Так просто заплати, и проблема будет решена. Мне тут со стандартного конста на джин свалилось. Жаль, что не на Делюка. Поздравляю. А я всем рассказывала, что мне со стандарта упала небесная ось. Не так просто. Они пропустили шаги со второго по девятый и прыгнули прямо к чертову охотнику за головами. Сначала шестизарядный стрелок стреляет, потом... Что-то там... А, Понтио. А, Six-Shooter — это имя пони. Сначала он стреляет. Господи. Короче, сначала стреляет, потом выясняет. Вот. Я заплачу этому храброму посреднику за то, чтобы он разобрался с головорезом с этим. И все такое. Какая-то у него там надуманная проблема.
Короче, он не может решить проблему, потому что его уже заказали, а чувак этот, ну, как бы он не разговаривает, просто сразу стреляет. Ну, давай мы поговорим за тебя с этим, с шутером, с этим, секс-шутер. Привет, привет. Так, пойдем искать секс-шутера. Вы можете тут потусить, или вы знаете, где секс-шутер стоит? Кто знает, где секс-шутер стоит? Меня снова ждет поездка в Москву. Поздравляем, наверное. Вон у него была вроде с баннера. А, да, он ответил. Так. А, вот тут стоит. Рядышком тут. Да, стоп. Я зашел случайно. А, вот он. Он тут же и стоит. А, добрый день. Чё как? Вуден Никель послал меня. Он хочет заплатить за свои преступления. Что там, еще что-то? Слушайте, мы ждали, что наплыв спойлеров будет в среду или в четверг, но они почему-то начались сегодня. Вам не кажется это странным? А это тот же чел? Когда ты делаешь тест, пройдешь его? Возможно. Отправляют домодеда учиться на 26 дней. А что там за тест? Напомни, я не помню просто. Недержание у человека. Но если третий раз напишет, можешь банить. По правде говоря, это должно быть довольно легко для него. 700 монет и ни цента меньше. Он в салоне, он не хочет драться, у него есть деньги. Да пускай идет. Че это мы за него еще платить будем? Не могу начать сюжетку проходить. Ну там много, да, букв. Как заставить открыться Лои? А что пишет? Вроде там починили все, что не мешало открываться. Люди поиграли и начали спойлерить. Тот же чел. Тот же чел и то же сообщение? Воу, вот это я понимаю. Я ценю вашу честность. Примите знак благодарности от товарища-благодетеля, который просто хочет видеть справедливость во всей Эквестрии. Так. И что нам, типа, вернуться надо? Туда? Ой. Так. Возвратитесь к Никелю. Блин, хожу как паровоз после этого Геншина. Ну чё, как ты разобрал? Очистил ты мое имя. Могу я выходить на публику снова, не боясь террора? А, ну, собственно, вариант один. 700 монет, и можешь выходить. Сразу вылетает, хотя сделала все по тутору. Слушай, ну это я не знаю, если вылетает, что с ним может быть. Ваше имя очищено. Шестой стрелок уже на пути сюда. Если вы заплатите 700 монет, то вы можете делать, что хотите. А, уже забанила? А, все, хорошо, спасибо. Тест по смешанным картинкам на одном сайте. Ты загружаешь 32 или больше картинок. Люди выбирают смешные, красивые или милые. А, ну, скидывай мне куда-нибудь ссылку, наверное, пройду. Не знаю, где. В Дискорде, например, можешь мне скинуть ссылку. Мону с Делюком ходить заставлю.
Синдзю Саякой? А, парочки-то. Кстати, как вам ивент на пары, который сейчас? Ну, вам как? Я уже говорила, мне норм, а вам как? Благослови тебя, Господь, это все деньги, которые у меня есть, так что я не могу вам ничего заплатить. Я предупреждал тебя об этом, не плачь мне и не вздумай меня бить, потому что я не сдвинусь с места, пока шестизвездец не доберется сюда, не разберется с этим бардаком. Да, ладно. И нам дали 400 XP в комбате. Денег нам не дали. Ну да и да ладно, не очень-то и хотелось. Так, давайте посмотрим, что у меня вообще по персу. Сегодня со слаймами долго сидел. А, ну слаймы сегодня, да. Не, я со второго раза набрала, там, второй раз даже 2500 прошла. Первый раз прошла 1900, там, чем-то там, 1960, что ли. Чуть-чуть не хватило. Пошла второй раз, на второй раз набрала аж 2500. Ну да, они вот эти мелкие особенно, они просто разбегаются по всему этому. Ты как идиот их стягиваешь всем, чем можешь. Ивент даже не щупала, столько всего в игре времени нет. Ну, там начало надо будет настроить команды свои, посидеть там минут 10-15, подумать, как себе распределить пары и бафы к ним. А потом просто убиваешь и убиваешь, там несложно. Там ты скипаешь постоянно свои команды. Свайпишь. Или как это правильно сказать? Ну, прикольно на самом деле. А, тут написано, что есть сиденье, но никаких сидений нету. А давайте сделаем скринчик на всякий случай, хотя вряд ли я это буду выкладывать запись, ну, может быть. Если вдруг буду. Сейчас я куда-нибудь. Да как же ты как танк ходишь? Так. Где тут сесть? Я сел. Сядьте, плиз, рядом. Как-нибудь. Как думаешь, сделать что-то с липкой? Это вдруг Лоя откроется? Чё? С кем сделать? С липкой, а то вдруг Лоя откроется? По-русски. Соцсети могут оштрафовать еще на 52 миллиона за неудаление контента. Это весомая информация. Мне вот понравилась новость сегодня, мне Крис кидал, что эти самые... В Китае приняли новый документ, по которому... Так, у нас еще Лили где-то гуляла. Куда-то Лили гуляла, ну ладно, где-то она гуляет. А, по которому китайские школьнички до совершеннолетия будут играть в неделю всего 3 часа в игры. Причем по часу в пятницу, субботу, воскресенье. А в понедельник-четверг они вообще играть не будут. Прикиньте. Вот, и ограничивать это, естественно, будут на стороне игр самих, особенно, ну, это достаточно просто контролировать в ММО. Но, правда, надо будет требовать, естественно, документы подтверждающие, там, паспорт, все такое. Во как это самое. Подойдите, сейчас подбегу. Ну, давай, садись куда-нибудь. Так. Ну, ладно, так нормально. Да нормально, нормально сидишь. Можешь чуть повернуться просто сюда. Вот так вот, да. Сейчас еще парочку кадров сделаю. Раз, два, три. Ну, я думаю, достаточно. Вроде... Да, сделала. Так, давайте я посмотрю, что мне с этим персом. Вообще, ему надо бы качать крафт. Чтобы за компом меньше сидели? Ну, понятно, чтобы за компом меньше сидели. Но это как-то очень меньше, прям кардинально меньше. Я понимаю, там по часу в день, допустим, ограничивали бы. Но 3 часа за всю неделю — это прям, ну, супер мало. Ну, что вы за 3 часа в неделю сделаете? Ни сюжет не посмотреть, ни в какие-то там такие игры поиграть. Не знаю, это, по-моему, вообще ни про что. А, крафт. Сколько у нас по крафту? Артистиан. О, слушайте, я уже артистен, уже 22 уровня я артистен-то. Комбо 20, а артистен-то у меня уже 22. Мне еще надо лупу. Слышала об этом, это жесть. Чую, дорожки скоро дойдет. За что так с детьми по 3 часа в неделю?
Если только, наверное, на азиатском сервере. Ну, применимо к геншину-то да, наверное. По серверу можно будет это самое. Это только в Китае или михуя для всех 2003 года рождения не будет пускать в игру по четверг? Ну, я не знаю. Ну, максимум, как бы, такие ограничения, они предусматривают в любом случае то, что тебе надо будет подтверждать свой возраст в игре. Как минимум. То есть это как минимум скан какой-то, либо водительские права, либо тот же паспорт в нашем случае. Что уже как бы нифига-фига, да? Вот. Для конкретно Михуё и других компаний-разработчиков, им как бы на самом деле младшая аудитория не особо интересна в плане того, что они все равно не донатят. Им интересны люди, которые уже имеют деньги, поэтому как бы они не будут этому противиться, они сделают, как просят. Что я могу с 22 уровня уже собирать? А, я могу, во-первых, делать... Что это? А, гармонии 3 уровня я могу создавать. Я могу создавать стил, короче, стальные брусочки. С 23 уровня я смогу делать стальную броню. Кстати, надо посмотреть, есть у меня на нее рецепты или нет. А интересующие меня сеты брони начинаются вон 30-й, 40-й. Все такое. Пойдемте тогда к верстаку, я посмотрю. Значит, мне надо, по идее, идти сталь добывать. А где, интересно, добывается сталь? Есть у нас кузнецы, которые знают, где у нас добывается сталь. А я пойду до верстака, посмотрю, что я могу вообще... Тут есть верстак или только печка? Это вообще не рабочие станции? Блин, я думала... А, нет. Open Crafting Forge. Да, я могу делать стальные брусочки. Для этого нужен уголь, который у меня есть. Ну, собственно, iron ore нужна, которой у меня, судя по всему, нету. А еще и каталисты нужны. Ёпсель-мопсель. По IP, наверное, писала выше, как будет чисто технически выглядеть. Ща, секундочку. Некоторые школьники реально бесят в играх. Только в Китае. По IP. Подожди, а продублируй еще раз, я что-то не пойму. Где это было написано? Сталь не копается, такой руды нет. Надо катализаторы. А из кого катализаторы выбиваются? А iron ore это железо обычное, да? Мне друг рассказывал, что сталь из железа и угля делается. Ну да, вот железо, уголь и еще каталист нужен. Я только бронзу могу плавить пока что. Вы есть в Японии? Ну, так, немножечко. Драконы и далматинцы. Гона далматинцев тогда пойдемте. Дайте Влой вернуться с ноупинку, помогите. Слушай, ну, честно, я бы помогла, но я не знаю как. Я потому что в том, почему игра может не работать, вообще не разбираюсь. Короче, нам надо iron ore и... Хитинг каталист. А, кстати, у меня тут есть каталист. А что вы не стыкуетесь? Что-то вы не состыкованы у меня. А Iron Ore это, извините. Почему у меня шапка в инвентаре? А что она не перетаскивается? Что за беспредельное беспределие? Так. Уголь у меня есть, tin ore, iron ore у меня, наверное, и в банке нету, мне кажется. Ладно, значит, на далматинцев. Дайте я себе тогда... А чё я скиллы закрыла? Мне ж надо настроить. А, в принципе, у меня, ладно, тут настроено. Ground pound, телепорт, допустим, ground pound. А чё я еще умею?
Что мой пони еще умеет делать? Комбот. Сейсмик баг. Сторед страйк. Что бы это ни значило. Мэджик. У него... Что, у тебя вообще не вкачанный мэджик? Вот это я понимаю, пони. Медикал. Ну, хотя бы медикал у нас какой-то есть. У него заодно патинг у него вкачан до 6 уровня. Кукинг, майнинг, сайенс, наука. Ну, короче, лечилка, пеналка. Что мне еще надо? Мэджик? Ну, я не знаю, смысл качать мэджик на самом деле. Сфера протекции есть. Защитная. Ну, кстати, может быть, ее реально взять. А чем они тут отличаются? Кто-нибудь помнит? Давайте возьмем сферу протекции. А что это два раза? А, интересно. Так вот. Короче, защитная сфера, атака, лечилка на всякий случай. И хватит с меня. Пойдемте кого-нибудь... А, не кого-нибудь, а далматинцев убивать. Лили помрет. Дизофиби. Не представляю, как это будет выглядеть в техническом плане. На Сильверхасе во многих играх сидят и другие представители. Вопрос логичный. Как они это реализуют? Ну, я говорю, наверное, в любом случае им придется просить документы. Так, пойдемте в этот, в... Как этот? Heartlands. Через Понидейл, наверное, да? А с какой стороны там ближе? Далматинцы, я не помню вообще где. А, или помню. Не, я помню, где корги. А далматинцы там где-то дальше были. Еще найдем где-нибудь. Вот тут далматинцы, а кто из них... А, вон далматинец есть. Ну чё, погнали. Не игнорируй меня. Интересно, насилие далматинцы или нет? Да, чувствую, нифига, я далматинца сама не осилю. Что-то они такие жирные. Далматинцы. Короче, начали ее разрабатывать примерно с конца 2012 года. Примерно. Вот. В 2013... С 2013 по 2015 примерно были тесты регулярные. Где-то раз в полгода примерно были тесты. То есть добавляли новые локации, добавляли там то-сё. Вот, и с 2018 года ее открыли уже сервера для всех. 2018, да, не 17-го. Вроде 2018. То есть это 4 года в этом году. Вот как раз-таки их в сентябре открыли. То есть, по сути, 4 года сервера открыты. Для у всех желающих. Через 2 года у этой игры будет юбилей. Ну, по сути, да, если считать с начала разработки. Чем она лучше WoW, тут ничего удалять не буду, только потому, что кто-то в медиа был от меня. Ну да, не, ну игра, конечно, все еще корявая фанатская подделка, ну так-то по сути, да, то есть ее очень сложно сравнивать с обычными, даже старенькими ММО, типа World of Warcraft, например, тут ни рынка нет, ничего, да, то есть у нас есть экономическая система, при которой пони зависят друг от друга, но у нас нету никакого... при этом рынка, чтобы обмениваться своими товарами. Что-то уже всякая дичь нападала. А форж надо. Не крафтинг, а сначала форж мне надо. Мне же надо сначала пережечь. Значит, что я стил хотела делать? Мне надо iron ore, уголь и... Вы поняли. Окей, я могу сделать... Крафт. А что, по одному только? А, нет. Сколько я могу сделать? Три.
16 могу сделать. А, ну сколько вот этих фиговин, столько и могу сделать. Логично. Крафт. О, 78 хп всего. ХП, экспе. Что-то мало. Я думала там, сейчас как дадут. Так проще инфузии делать. Чем занимаетесь? Да, просто фигней страдаем. Ну, это несерьезно. 78 хп. Окей, пошлите из этого, из стали. Хотя, наверное, ткань еще надо будет сходить взять. Наверное, у меня опять ткани какой-нибудь нету очередной. Так, теперь мы из стали можем делать ботинки. Так, только не 16, конечно же. И для этого мне нужен canvas trap. А у меня есть только canvas padding. То есть мне за канвасом надо гонять, да? А что мне еще кроме канваса на... О, у меня, кстати, еще аликорниум. Вау. Так. Да, мне нужен канвас. Короче, мне надо купить в бутике. Тогда я могу крафтить ноги. А грудку я могу крафтить... А, стоп. А у меня уже 22-й левел? Я думал, 21-й. Что-то с книжкой все конфликтует в последнее время. Я хочу сказать. 22-й. Фига себе, 22-й уровень. Могу делать ноги и руки. Короче, канвас надо. А что мне еще надо? Подождите. Дайте-ка еще раз. Канвас. Стальные слитки 26. Канвас паддинг 1. Короче, только ремни нужны, да? Нагрудник, 23 уровень, кстати, тоже канвас. То есть я могу стальную броню, в принципе, сейчас сделать, да? О, так я могу сделать и переодеть себе стальную броню. А то у меня броня уже какая-то не очень. Короче, пойду я за канвасом. За канвасом пойду в бутик. Пойду за канвасом в бутик. То есть я смогу... Потому что у меня броника на самом деле очень старая. У меня... Так, не ты. У меня бронька на самом деле еще... Хотя с первого раза вряд ли я перфект скрафчу. Это у меня... Айрон. А я хочу стил. Ну, типа, следующий уровень. Фишка в том, что крафтер может скрафтить разного качества броню, ну, как и в любой игре. И энчантить, ну, зачаровывать имеет смысл только перфект. Правда, там перфект от неперфекта отличается буквально там, я не знаю, 40 и 44, ну, грубо говоря, да? Ну, то есть небольшие цифры, но все равно энчантить лучше наиболее возможный вариант, потому что энчанты, они, в принципе, крафтятся, конечно, но... Ой, сегодня каких-то лошадок много новых. Здравствуйте, дети. Так, Пони Дейл. А из... Кстати, у меня тут Копер Игната. А Копер Игнат, по-моему, все еще использует... Лен, мне кажется. Просто его тоже надо перекрафтить во что-нибудь. Ну, так вот, допустим. Так, теперь идем это все крафтить. К шахте. Ну, пони же, я поняла, что пони же. Они пони, везде пони, там пони, тут пони. Там билетики народ раздает. Так, стоп-шоп. Крафт. Инвентарь. Так, ну, соответственно, первый-то я могу точно продавать. Ну, в смысле, нафига мне? Вот если перфект будут, тогда оставлю. Так.
крафтит. Мне еще на 12 уровень. Плюс 12 к атаке, а мои... Фиг поймешь, да? Они что, хуже, чем у меня... Нет, ну они не могут быть хуже, чем Айрон. Или могут? А в чем смысл? Левел... Слушайте, блин, еще меньше шрифт нельзя, вот честно? Левел 12. Сейл вэлью 378. Армор плюс 12. Атак плюс 21. Так, эти... А, это атак плюс 17. А, нет, чуть лучше. Сорян, не то посмотрел. Понимаю, просто муторно. Ну да, есть такое. Так, окей. Что мне надо? Стальные слитки. Канвас, канвас. Так, ну стальные слитки у меня еще есть, так что эти мы продаем. Не, могу, конечно, поменять пока, но реал инвентарь забыл. О, Masterful Steel Front Leg. А Masterful это... Это еще не Perfect, да? Masterful плюс 22. Сколько там до уровня? Не тратить? А сталь мы... Копается сталь, кстати, напомните? Или только выбивается с монстров? Наверное, копается. Ну-ка, закройся. Так. Ох уж эта книжка. О, чуть-чуть осталось, на самом деле. На самом деле, чуть-чуть. А что из титаниум Игната делают? А, это уже слитки. Что делается из титаниум Игната? Смешно. Могут, если да, они без гармонии, а вторые с забитыми слотами под эти самые гармонии. А-а-а. Понятно. Сталь не копается, сталь составные слитки. Тьфу, ты точно. Части копаются металлы, на них катализатор смог. Точно, сталь же составной слиток. Только мы их, значит, катализаторы эти дурацкие набивали на них. Кол и этот самый, ага. Так, давайте мы тогда докачаем уровень на... Сколько у меня там еще слитков? 10? Давайте мы докачаем уровень на медных слитках. И я попробую сделать себе нагрудник стальной. Сейчас буду красивый. В новинках. Правда, не инчатных пока. Катализатор можно создать, но процесс чрезвычайно сложный, мне пока не удалось. А, то есть катализаторы теперь можно не только выбивать, но еще и создавать? Ничего себе. Интересное кино. Спасибо. То есть это типа в науке, да, создается катализатор? Вот это поворот. Ну где мой там уровень? Дайте уже уровень. У меня уже скоро металл закончится. Нужны исследования. Угу. А, то есть еще и рецепт попробую найти этого. Ну, вы, в смысле, ну да, найти. Так, и... И все. Один медь у меня осталось. И чего там, много до уровня не хватает? Что-то поменялось вообще? Это, знаешь, так и было, нет? Может, мне поделать гармонии какие-нибудь? Что-то 12 хп, это прям... Чё у меня рубины? Рубиновая пыль? Дайте уровень качнуть.
крафтинг-то и... А, вот. Так, что у меня для гармонии, в принципе, есть? Инфьюзии нужны и... О, у меня и гранаты есть. Кстати. А инфьюзии у меня, по-моему, вообще нету. Идем мы как раз к инфьюзии доставать. Они тут, по-моему, с этих... С... Фонари, да, валятся в шахте прям. Ну, короче, Basic Infusion везде нужен. Или Advanced. А, Advanced Infusion с кого валится, извините. Инфьюзии, мне кажется, я все подчистую давно. Сделала. Тут инфузии из фонариков. Простые только. А расширенные из кого? У меня хотя бы простых, в принципе. Тоже неплохо. Адвансы выбираются с фонарей в лесу. А ну пойдемте на... А мы сможем на фонарей в лесу? Нас не убьют? А, кого-то да вообще. Че, не тут? А, вот эти? Лентер монстр. Я вам веду, убивайте. Главное, чтобы он не убил. А, не, ну нормально. Спасибо за инфьюзию. А, ну тут и качаться хоть на них можно. Lightern Crystal. А это для чего надо? Мне кажется, их уже для чего-то использовали, нет? В квесте в каком-то было, нет? Сам подлетел. Ну, слушайте, Basic Infusion падает таки. Ну что, давайте, наверное, тогда закончим. Прям тут можем и закончить. И просто в следующий раз тут пофармить эти инфьюзии. О, потому что Real... О, спасибо. Real это самое... Что-то как-то на слитках сильно медленно качается. Вот. Так что давайте заканчивать. Спасибо за компанию. Ща компания. Мышцы, спасибо за донатик. Расписание будет в понедельник. Вот. Всем хорошего окончания выходных. Всем пока-пока.